Добрый день, уважаемые любители планетного спорта. Мы снимаем видео сейчас полет с орлами в конвергенции. Перед грозой. Посмотрите, как красиво. Они все летают, и мы тоже. Если вам орлов видно, сейчас попробуем поближе подойти. Вот они. Курочка! Жирные такие, откормленные. От параплана они так не сваливают. Ну, хотя с планера. Такую тушку взять на борт. Ну пошли, вот эту пощупаем. На встречном. Да, на встречном было. Но на фоне облака как красиво. Сейчас бы нам в этой туче не заблудиться еще. Видите? Будем выходить сейчас. Вот он, орлик. Сейчас. О, крылышки сложил. Сейчас мы рядышком с ним. Вот, смотрите, какой. Тушка какая. О. Жирненькая, вкусненькая. Ух. Ну как тебе? Прям воздушный бой. Ну ладно, мы их нежненько. Нежненько. Вон она, красавица, летит. Куда они все делись? Их же была туча. Они в облаках сосали. Да что им там в облаке делать? Я понимаю, так чисто поржать, что-нибудь пожрать. А тут-то что делать? Может, дальше полетели? Так, ну что у нас там дома творится? Вроде как еще ничего. Ладно, пройдемся еще дальше в сторону долины Роны. Вот так вот. В общем, летаем мы сегодня меж гроз, вдоль гроз и так далее. И видите, тусуемся с птицами. Ариварх.